Всем привет, друзья! Сегодня я нахожусь в Ленинградской области, Глухово, и хочу снять для вас видеоурок по нескольким упражнениям. Первое упражнение – работа корпусом, работа без клевант, перемещение при работе корпусом без клевант. Второе упражнение у нас будет работа вслепую. Да, вот так вот прям завязываем глаза вот этим вот шарфиком, который на мне, и пытаемся развивать мозжечок, пытаемся реализовывать все полученные ранее навыки при работе с крылом. Даже не знаю, как назвать этот ролик. Наверное, назову его «Ниндзя». Баланс без клевант, работа корпусом, чувствую информацию от крыла, которая переходит на наш поясничный отдел. Работаем корпусом, разворачиваемся, подходим. Вот так не надо было делать, надо было придержать, дубасить крыло не стоит. В данном случае у нас наземный купол, поэтому ничего страшного, но тоже жалко. Так, отойдем немножко от той гряды, чтобы нас колючки не тащило. Для этого используем такой способ управления. Берем одним пальчиком две управляющие стропы клевантовые. И поворотами корпуса идем по курсу, куда нам надо. Если нам надо согласно сменить позицию корпуса, мы изменяем и все равно продолжаем идти туда, куда мы задумали. Видите? Не туда, куда нас крыло тащит, а туда, куда нам надо. То есть как парус, идем за собой. Идем, идем. Продолжаем упражнение. Мы отошли на более безопасное расстояние от кустов, от автомобиля, и работаем по корпусу. Раз, и смотрим за перемещением ног. Это очень важное перемещение. Как правильно переставлять ноги, ребят? Просто если мы будем хаотично позволять ногам работать, то рано или поздно они у нас завяжутся просто в косичку. Мы упадем. Добавим сюда склон. Тащит по камням. Разобьет колени. Далее упадем. Гасим, подходим, придержали. Ну что, успели схватить? Либо один наряд выбывает. Здоров, не позволяет. Все, вот так вот оно лежит, бросили все. И начинаем смещать корпус назад. Два, и назад по крылу. Все. Еще раз. Значит, вот у нас заборчик ровненький. Вот у нас корпус. Вот у нас повороты корпуса. Раз, мы вернулись, да? Консоль пошла, к этой подбегаем. Подходим к этой консоли, она сейчас взлетит. Ветер крутит. Это хорошо, что ветер крутит.
не нужно создавать себе дополнительные условия по сложности. Крыло старое, геометрия нарушена, поэтому оно выгибается как. Ничего страшного, это тоже нам в плюс. На своем новом куполке просто песня будет. Щелк и уже полетел. Итак, подведем итог. Для чего нужно перво-наперво выполнять упражнения по балансу без клеванд? Нужно это для того, чтобы понять, как работает корпус, работа корпуса. Вот. Не надо сразу, потому что очень, я думаю, что сложно будет сразу разобраться, где корпус, где клеванта. Поэтому сначала начнем просто с корпуса. Да, поначалу будет крутить крыло, перекидываться, разворачиваться. Как бы сразу там мало кто может схватить информацию. Ничего страшного, пробуйте. Желательно на наземном куполе. Приходите к нам заниматься. Уроки бесплатные, никто с вас не будет дублоны требовать. Поэтому РС на дюсиле. Никаких клевант. Постоянно. Клеванты в данном случае, они как допинг в этом деле. То есть они дают такой скачок к развитию ситуации, чтобы ее обыграть. Не надо ждать ситуацию, когда она произойдет. Надо пережать немножко события на шаг вперед. И тогда все будет кул. Thank you.
я буду заканчивать, ребят. Если нравится, пишите, ставьте там лайки или что-то. И приезжайте к нам.